история произошла в Румынии. В один злополучный день трехлетний ребенок провалился в узкий колодец глубиной более 10 метров и оставался в западне между жизнью и смертью. Ему повезло, что в колодце практически не было воды, разве что по пояс. Снизу доносился его плач, и отсчет шел на минуты. От долгого стояния в холодной воде ребенок несколько раз падал и чуть было не захлебнулся. Всем становилось понятно, что долго он так не простоит. Рано или поздно малыш устанет или еще хуже потеряет сознание и утонет. Пока спасатели делали свое дело, с ребенком все время разговаривали, чтобы тот не отключался. Как вытащить ребенка из такой узкой трубы, задача не из легких. Понятное дело, что взрослый человек туда не пролезет. Также ясно, что если даже ребенку спустить веревку, он навряд ли сможет закрепить ее на себе, и уж тем более не осилит подъем, если возьмется за нее руками. И пока происходили спасательные работы, вокруг успела собраться целая толпа, которая искренне сопереживала происходящему, но, увы, никак не могла помочь. Спасатели начали экстренно обзванивать все службы в надежде найти хоть кого-то, кто мог бы пролезть в столь узкую трубу. В это время вдруг из толпы вызвался помочь неизвестный 13-летний мальчишка, который со всей решимостью, преодолевая страх, сказал, что полезет туда. Спасатели на миг замерли, а потом начали инструктировать мальчика. Медлить было нельзя. Нельзя было терять ни секунды. Пока мальчика-героя по имени Луи Кристиан Бечинау экипировали, спасатель предупреждал его о смертельной опасности, которая его подстерегает. Он сообщил, что проход очень узкий, что есть возможность, что он застрянет и должен понимать, на что идет. Кристиан ответил, что готов осознанно пойти на риск и берет ответственность за все, что может произойти, на себя. И вот, глядя на этого парнишку, становится понятным, что такое настоящий мужчина. Им можно быть и в 13 лет, а можно и не быть даже в 40. Главное то, какое сердце бьется у тебя в груди. По Кристиану было видно, что он очень волнуется, возможно, его даже трясет от страха, но он не намерен отступать. Во всей этой суматохе он сумел сосредоточиться и довериться судьбе. Его медленно стали опускать на дно колодца. Что он чувствовал, находясь в подвешенном состоянии в узкой трубе, можно только догадываться. Но вот он дает сигнал спасателям, что добрался до ребенка, и они начали их вытягивать. Юный Кристиан стал настоящим героем и был награжден дипломом за мужество. Вселенная по заслугам вознаградила парня и воздала ему по сердцу его. Но его главная награда – это чувство, что он подарил жизнь другому человеку и спас семью от большого горя. И на сегодня это было все. Я надеюсь, ролик вам понравился. Если это так, подпишитесь на канал. Поставьте лайк и поделитесь этим видео. Тем самым вы поддерживаете проект «Магнит». Ну и, конечно, не забывайте быть магнитом и притягивать в свою жизнь только самое лучшее. Быть героическими не забывайте тоже. Быть сострадательными, человечными, добрыми и осознающими, что порой от нас зависит чья-то жизнь. Если мы можем помочь, то, я думаю, надо это сделать. Не прощаюсь, я просто говорю вам до скорого. Увидимся.